Итак, всем привет, сегодня мы продолжаем гулять в Майнкрафт на хардкоре. Сейчас загружаем весь мир. Так. Во. Мы загрузились. Так, в следующей, в прошлой части я вроде бы хотел пить в шахту, что-то добыть. Ну, сейчас попытаемся что-то подобывать. Так, покелам или есть. Так, пройдем туда дальше. Мне кажется, там тоже что-то будет. Чуть кому-то подводит. Сюда, вот сюда. Так, красиво, все красиво. Угу. Ладно, будем выбирать отсюда. Пройдем туда дальше, я выключу всю музыку, она так, блин, напрягает. Вот такого поставлю. Нет, туда мне все равно есть. Ну ты же уголь заберу. Что я заберу пропадать? Такс. Не, в Майнкрафт одному скучно играть. Мне кажется, если бы тут за мной что-то играл, было бы интересно. И так мне одному проходит хардкор. Я бы снял кайф, честно, короче. Ну... Можно и попроходить. Чего бы нет. Пока в школу не иду, можно и попроходить. Да, у меня сейчас утро, 6 часов утра, и мне скоро в школу идти, то я стрим так, перед школой можно сказать. Так, это звук тоже надо трохи вмавить. Ну, хотелось. Так, мне до нашего домика спать. Жареная баранина. Помните, нам волки помогали, их грызли и нагрызли баранину багато. Надо буде якось насобрати їх косточок, їм косточок насобрати і буде все класно. А так тепер йдемо спати. Хто забрав? Стив спать перехотів. Так. Ага. Это і меч. Все остальне железо выполнить, да? Ничего, да. Попрактикуемся на коровах. Либо на кроликах и там бать в черно-бире бегаете.
Так, ну корови і чорнобілі кролики. Так, перша корова. Так. Мені кажеться, з них нічого не випадає. Вони самі тупі существа в Майнкрафті. Без м'яса, без нічого. Тупе. А ні, все-таки випадає. Я ошибся. Все-таки з них що-то випадає. Так, походим по бродам. Так. О, упс. А, це типу барани. З них барані нападають. Ну да, упс. Овці і барани. Тільки що тут овечки морського пола, женського нема, ну, нічого страшного. Барани теж полезли. М'ясо дають. Якби у нас шашлик. І ще. Шашлик. І ще. Шашлик. І каже день шашлик. І все. Куча шашлика. Мы пришли до нашего домика. Что мы будем заработать? Так, ну, во-первых, железо забрать. Во-вторых, поставить, чтобы все плавалось. А. Окей. Так, я, наверное, приду здесь копну. Пробую ще десь покупати. Ось попробую робити якусь маленьку шахту. Я думаю знайти якісь перші два дні алмазики. Я думаю, до мене подаються алмазики. Зробити собі алмазну барину. А потім портальчик і туди і назад. І в край, і в ад. Ну, звісно, почала не будувати. Щоб добути стержні інферно. Так, я приздалюсь, що наступила ще ночь. То, що вдруг наступила ночь, ми тут сидимо, зайде до нас якісь кріпи і все, бабах, і все. Не буде нас. А це все-таки хардкор. Так, треба зробити нову кірку. Ідемо робити нову кірку. Mm-hmm.
да, кстати, сделайте, напишите, пожалуйста, в комментарии, чи делать мне стрим по, например, Warface или по танках в субботу, всю субботу. Я думаю, постримать. Стрим будет и на Twitch, на YouTube. Я раскопаю их, думаю, на... Я просто так, для красоты. Красота не требует жертв, да. Для красоты можно постараться. А, бомба. Тебе красоту. Не надоело, это уже земля. А от камушек я пособираю. Когда буду строить новый дом, будет нормально. Наверное, через серии 4-5 построю новый такой здоровый пентхаус. Делаю маленькие дополнения по видео, как я их строю. То включу в ускоренном режиме и будет нормально. Во. Воды. Ну уж, в шахте буду рыться поза видео. Тому що це дуже скучний урок, і я потім буду рыться поза видео. Так. О, у нас почти ночь тратить. Точнее, мені кажется, вообще ночь.
тоді будемо прощатися вже, якщо ночі. Я ляжу поспати, а потім в следующей серии начнем с того же самого места.